небесам. Дивитесь им, дивитесь, не привыкайте к небесам. Душою к ним тянитесь, приглядывайтесь к облакам, прислушивайтесь. Ничто не повторится за мигом миг, за шагом шаг. Подайте в изумление, все будет так и все не так. Через одно Тихонович, такой вопрос вам задаю. Неужели ваш труд, это колоссальнейший, титанический труд, который ценится во всем мире многими христианскими конфессиями, неужели наша Московская Патриархия никогда не поймет, не оценит то, что вы делаете для Церкви, для Христа, для общего блага? Как вы думаете, есть шанс, что оценят? Мое мнение, что никогда, потому что без покаяния Бог не может ничего дать. Человек должен выйти из прежнего своего состояния, принести покаяние. Что такое патриархия? Патриархия к духовному наследию, как наследница там, где был Тихон, никакого отношения не имеет. Легитимной связи никакой нету вообще, даже процента нет. Ее образовали Сталин с Берией в 43-м году, в сентябре месяце. Ну, все знаете, Ярушевич был, Симанский. Вот пришли, как это выглядело дело, с чем закончилась эта встреча, как Сталин все это открыл. А далее они сотрудничали. Заразу коммунизма повсюду развозили. Это все и осталось. Они все построили на одной лжи. Лживое отношение с властью. Власть только ушла, стали тоталитарный режим, давай коммунистов поносить. Попы везде, всюду их. Когда вы же вчера только оттуда вылезли-то. Клички ваши все, Дроздовых, Михайловых, все известны. Кто такой Кирилл, кто такой Ротов, это его же выкормыш-то. И поэтому покаяния нет. А как Бог даст покаяние? Бог дает тогда, когда примирение наступает. Бог не посылает Золотого Сгоря Духа Святого, пока Сын Человеческий, наш начаток, тело не вознес на небо и не показал Отцу, что оно искуплено. Тогда приносится и дар. А дар Отец не посылает блудному сыну там корытом. Посылки не посылал. Тебе там трудно, сынок? Я тебе посылаю, живи у корыта. Надо прийти. Он пал и сказал, я недостоин называться. Патриархия должна пасть и сказать, все эти годы мы обманывали народ. Они идут на попрание всех канонов. Да я не знаю, есть ли какой-то канон, кроме того, что не досади епископу. И не разрешение мирянам проповедовать. Все, больше они ничего не хотят исполнять. Вот даже простое избрание сегодня. Какие качества? Качества, какие Господь указал, они не искали. Что исполнены Духа Святого, что был со Христом. Им это не надо. Они и три условия поставили. Обязательно из архиереев. То есть Тараси туда уже не попадает. Все святые, которые стали во главе церкви были. Они никто не... Максим Исповедник никогда бы туда не попал, уже не архиерей. Федор судить не попал бы. То есть мы по порядку всех берем. Ни Антоний, ни Пахомий, ни Макарий, никто бы не попали уже. Их даже и приглашать не стали. Потому что этим условием они составили спросить, а какие эти условия? Кто их ставил? Да вы и поставили. А дальше, чтобы обязательно кончил высшее духовное образование имел, академию. У Павла не было академии, у Петра не было. То есть ни один апостол бы в число претендентов на патриарший престол не попали бы. Не попали. Дальше, они перечисляют большой опыт работы, какой хозяйственный. Они говорят, что опыт общения с властью, чтобы быть одобряем от власти. Раньше много наград имел генеральный секретарь Брежнев и придумал награду 50 лет пребывания КПСС.
Так вот они не сказали, что еще скрытый за кадром в патриархе может избран тот, кто не менее, допустим, 20 или 30 лет сотрудничал с КГБ. Это главное, они скрыли. Только по этим качествам. А таких они не так много имели. Вот и все. Между священниками всюду и везде одна ложь идет. А лживому человеку еще Бог даст. Всякая ложь от дьявола. Я вот встречаюсь сколько со священниками. Я говорю, ну ты вот у нас стал к нам ходить священник. Я говорю, ты людей отговаривал, говорил, что у нас Богородицу не признают. А ты знал, что мы признаем? Да. Ну а ты знал, что у нас икона? Я говорил людям, что они иконы не признают. Мы еретики, сектанты, самочинники, раскольники. Говорил, а зачем ты говорил, если не так? Ты же священник. А чтобы люди к вам не ходили. И ты точно знал, ну как не точно знал, я абсолютно точно это знал. И сейчас, с кем бы мы ни встречались, один и тот же результат. Московская патриархия – это не Божие установление. Я не говорю ни о благодати, ни о чем, а о самой организации. Вот это, как они. Вот нужен патриарх сейчас. А почему он нужен? Никакого патриарха вначале не было. Можно в каждый город 40 патриархов поставить. Почему нет-то? Если они бы сказали, что патриарх новый, он людей пошлет на благовестие, они понесут чистое евангельское учение, ничего этого нету. Вот у меня в открытом оком книга, первый том, я там на это отвечаю, как надо учить семинаристов. Если 4 года учиться, то года полтора ходить к баптистам надо. Учиться, как проповедовать, нести Слово Божие, вот так свидетельствовать. А покаяния, если нет, вот мы сейчас здесь встречаемся, они люто поносят. Иногда говорят, ну, какие-то же исключения есть. Одно время был отец Дмитрий Дудко, возвысился, стал говорить хорошие проповеди. Я должен был говорить, да, видимо, исключения какие-то есть. Но время показало. Он стал духовником у газеты «Завтра», у коммунистов. Он полностью весь сотлел. Его как будто не было. После этого говорят, а вот такой-то еще знакомый священник, называет его близко знакомый нам. А вот видите, он не такой. Да, он не такой. Но потом, когда ближе еще я узнаю, оказывается, он даже во время суда был уже не со мною. И недавно у нас приняли крещение, поняли, что надо полное погружение. И пока полного погружения нет, хоть ты священник, будь хоть кто, ты не крещен. А не крещенный, твое старое я не умерло. Здесь все связано, Кирилл Иерусалимский говорит. У нас приезжали протоиереи и иеромонахи, принимали крещение. Возвращались и дальше начинали нормально служить. А он не может сдвинуться из этого. Ну и вот они приняли крещение. Она вернулась и сказала здесь, клочки... село, поселок Ребришинского района. Как поп на нее взъелся. Да ее, чтобы здесь не было. Написал архиерей ложь. Ни одного слова не написал. У меня оно на руках было. Что архиерей, даже не разговаривая, ничего, написал отлучить до причастия, не допускать до полного покаяния. В чем покаянием? А она вела, была на клиросе, все вела. И церковь закрыли практически из-за нее. То, что она, ее нигде не стали принимать. И ни одного слова правды не говорят. Она показывает, вот как крещение, отец Аким. Да он не священник совсем. У них епископа нет. Ему говорят, да как же нет епископа? Я была, говорит, там иконы есть. Нет икон там. Одинаково везде. Это на Украине одинаково лгут. Они все лжецы. Но ее сестра родная, она уехала в Германию. А тот священник, тоже патриархийный, тот ее обнял, поцеловал и поздравил. И мне говорят, так видите, исключение-то есть? Я уже обжегся на этих исключениях. Не знаю пока. И этот священник принял, книги мои взял, все, и какие-то там справки наводил. Но она стала двух дочерей готовить к крещению. И однажды куда-то она поехала с батюшкой этим, и дорогой говорит, батюшка, мне дочерей-то надо тоже крестить. Они уже дочери замужние. Вы посмотрели, этот священник точно так же на нее поднял гонение, как этот самый. А почему? Да не может он быть другим. Потому что, чтобы послали московского патриархия за границу, десятки раз проверили, чтобы он в Германии служил. А раз его проверили, значит, он где-то в чем-то должен был уступать. А где-то уступать он теперь боится как бы не потерять. Не потерять, потому что и матушка, и дети живут и прочее. Это ложь. И поэтому оценить они ничего не могут. Вот, допустим, встречаемся со священником. Я ему говорю, ты вот поносишь книги. А ты хоть раз одну книгу видел? Нет, не видел. Ну, хоть что-то. Считал книги? Нет, не считал. А как же ты можешь поносить? Ты же с кафедры говоришь, что это люди пришли с бородами, с поясами, они как шпионы какие пришли. То есть такое огородит. Даже
я думаю, что священники набирают патриархии. Это тоже вот такие, как на патриарха правила, так и здесь. Поставили, допустим, 10 качеств должны быть. Самый честолюбивый. Ну, отобрали, много нашлось теперь. Самый корыстолюбивый, наконец, отсеялось еще. Не все так любят. Наконец, самый безмолвный, ничего не может сказать. Дальше, подхалимный такой. И все-все качества. И, наконец, чтобы готов был предать, выполнить любое поручение епископа, лгать и все. И, наконец, из этих вот остается из сотни три. Теперь выбирает, кого поставить. У меня такое впечатление складывается, что вот это, когда ладошкой вот так мочат по лбу, это не просто что-то. Близко-близко я стою к мысли, что это печать Антихриста. Они понимают, что крестить надо. Во всех книгах написано в полном погружении, и он согласен. Но если его там в детстве поп пьяный ладошкой хлопнул, крестить нельзя, отрезано. В Библии только об одном говорится. И не дано будет им покаяние, ни продать, ни купить, кто принял печать. Что это за такое состояние? Здесь построили, купили. Он первым делом спрашивает, а ты не крещен? Она говорит, да нет, батюшка, я была и крещена. Ну, да раздевайся там. Он готов. Но она говорит, это я несколько лет пришла, была такая, и ушла я после этого два раза замуж, выходила неверующая была. Что со мной батюшка делал? Как делал? Ну, я в храм приходила, деньги заплатила, он вот так вот рукой. Так это же крещение, одевайся. И все, больше на этом не будет. Если ладошкой поп хлопнул по лбу, от Христа человек уже отброшенный, абортированный, он умерщвленный. Притом это абсолютно везде. Везде. И тот поп хороший, согласен, но когда сказала, что теперь надо крестить, это таинство. Таинство. Но если таинство сделано неправильно, оно таинство, то, конечно, нет. Но человек в темноте не видел, приносил жертву, вместо барана принес свинью. Ну, будет это или нет? Да, конечно, нет. Но тебе сказали, света сегодня нет, литургию совершаем, даже свечку нельзя зажечь, но все сейчас зажжу. И тебе налили там морс, вместо вина будет эта литургия? Не будет. Но вместо елея тебе керосин налили, будет елея помазания? Не будет. Почему ты считаешь, что в таинстве крещения, это крещение это духовное рождение в подлинном смысле, почему ты считаешь, что можно как угодно делать? Все толкуют святые отцы, человек в смерть крестился. Как говорит, в смерть, Христос умер, он ушел в воду, как скрываемся, в ночи ничего не видим. Где это, когда он стоит на кафельном полу? Ну что тут лгать-то? Притом ничего нельзя сказать. Почему? Баптисты крестят. Адвентисты крестят, старообрядцы крестят, в Барнауле не крестят, только патриархийно. Раньше говорили советская власть, я пошел к уполномочен. Он говорит, мне хоть утопи их всех, мне разницы никакой нету. Сегодня ничто не мечает, а пойдут, нет, они люто воюют. И когда узнали, что у нас крестят, а устроили праздник Нептуну. Нептуну устроили. Бесполезное дело. Почему? Патриархия. Она любого изъест, любого заставит лгать, и на этом конец. Игнатий Тихонович, вопрос. Такое. Два дня назад, а именно 27 января 2009 года, значит, поместный собор Русской Православной Церкви избрал патриаршего местоблюстителя митрополита Смоленского Калининградского Кирилла на патриарший престол. Как вы считаете, вот если сравнивая 18-летний период правления или управления Русской Православной Церковью Святейшего Патриарха Алексея II и нового теперь, нового избранного патриарха Кирилла, как вы считаете, что теперь все-таки будет у нас с Церковью Русской? Какие-то улучшатся духовные стороны жизни, также останется, или ухудшатся. Но судя по тому, что митрополит Кирилл очень все-таки натура активная, он по всем параметрам отличный от предыдущего патриарха, изменения должны быть. В какую сторону, как вы считаете? Положительно то, что Господь разделяет овец от козлищ. И рано или поздно должно будет произойти. Он на этом не остановится. У него отличные связи с католиками. Он сейчас начнет маленько потерпеть и дальше начнет. Из экуменизма он не вылезет. Более открыто, но теперь уже ему будут приписывать не как второй фигуре, а как первой. Начнется размежевание. Монахи восстанут и будет раскол. Так называемый раскол. То есть Господь своих отделит. И все. А там останется полное нечестие. Вот это может быть вполне. То есть худший вариант. Худший вариант, это лучше, он лучший вариант. Угу. Потому что духовно сегодня это Вавилон. И которые томятся, и против объединения, не хотят, но они больше не имеют никуда. А когда сегодня параллельная структура будет, допустим, под руководством Диомида, допустим, патриарха Диомида, все будет по-другому. Люди сразу пойдут туда, как было при обновленцах. У Бога все вымерено. Но ждать что-то другое будет сегодня. Да и избирали, во-первых, антиканонично, совершенно не сверяясь, угодно ли это Духу Святому. Духу Святому угодно, он как написано в Библии,
А они ни одного пункта библейского даже и не взяли. Им это не надо. Это человек добился карьеры. Перед кем? Перед мирскими властями. Мне это не надо. Я его поминаю. Немного лет ему петь не буду. А только обрати его, Господи, дай ему веру святую, чтобы он стал христианином. По всем поступкам у него ничего христианского нету. Я разбираю 60 вопросов-ответов его, и там ничего нету. Одна ложь непрерывная. Он умеет манипулировать людьми, говорить, говорится, нос по ветру держать. А больше он ничего не знает. Если бы он сейчас пришел сюда, ну просто обыкновенно одетый, пойти с ним гулять. Даже не знаешь, о чем с ним говорить. Он извертел совесть, он сожженный совестью человек. Он ни про табак ни разу не сказал, ни про водку, ни про эти алмазные нефтяные промыслы. Чем занималась церковь? Подсчитывает 2 миллиарда только долларов. Только подсчитывает прибыль, которая есть. То есть при непосредственном его участии в этих непосредственно его, что он есть. Но недавно я читал «Патриота», они возмущались, он давал интервью какой-то женщине, что говорит, как вы поводите свободно, проводите время. Он говорит, я, бывает, гуляю вечером с собачкой, какая собака у него, я еще не знаю, а потом пробегаю, бежит сколько-то, а говорят, как так, митрополит с собакой, там женщина, я прочитал, и мне приятно стало, я увидел, что в нем человеческое есть. Мне это приятно стало. Что это не просто мумия, хотя бы он в свободное время, хотя бы собака делает его человеком. Что, нормально хотя бы. Без собаки-то он по-прежнему мумия. А тут собака все-таки оживотворила его. Я прочитал и думаю, патриоты не правы. Почаще бы они ходили на Фудзияму, как японцы. Как папа до самой смерти поднимался на гору, везде ходил, путешествовал. Они народ не знают, людей не знают. Вот епископ, допустим, расправился с этой сестрой, ну хотя бы раз вызвал. Зато узгод хотя бы перед судьей одна сторона другую потопила доводом. Он должен быть беспристрастный и выслушать другую сторону. Никого не выслушают. Вообще ни одного объяснения не слушают. У нас священник, он запретил, к нам приезжает его служащий. И уже просил прощения и писал за то, что засчитал про сон, который был, и видение патриарху было, Феодосия Пещерского. И местный Максим его с него сорвал, крест отобрал, магнитофон, рясу снял. Вампиры и деспоты. Проходит 5 лет, человек где-то работал, он пошел там на золотые прииски, шофером где-то работает. Ну, он священник. И в алтаря выгоняет, он не отлучен и ничего. Я смотрю, сегодня священник, как какое-то драконье племя. Надо уже, видимо, пришло время, чтобы Бог снова послал подобие Октябрьской революции. А она была для того, чтобы Бог разломал все храмы и все это гнилье убрал. Мне только вчера позвонили с Украины, позавчера звонили с Америки, жалобы на православных священников. Баптисты образовали какую-то библиотеку, священник пошел, нажаловался, власти закрыли. Женщина наша, прихожанка, у нее сын сидит здесь в лагере. Она купила все книги, сын читает книги, попросила принести. Она договорилась с политруком, как теперь называют, воспитатель. Пришла с книгами, а начальник, нет, надо посоветоваться. А кто? А оказывается, все эти учреждения одному священнику отдали. Он цензор, он никакого права не имеет, мы одинаково зарегистрированы. А тут у Лапкина уже сюда пробрались, ни одной книги, чтобы не было священник. А начальник тюрьмы, он никто, генерал-лейтенант, представь себе. И он, нет, больше не надо. То есть через все преграды проходим мы везде. Как только священник появился, сожрал все сразу. Мы договариваемся со встречей в одном селе, но договорились с заведующей клубом. Но она поехала в районный центр. Мы испугались, она там со священником встретится. Но она его не настала. Приехала, дверь раскрыта, объявление повесили, она сама помогала объявление весить. Как священник узнал, сразу все закрыл, больше ничего нету. Вот и все. Игнатий Тихонович, еще вопрос. Ну, поскольку вы человек очень занятой, я знаю, сейчас у вас время ограничено. Все-таки я еще один вопрос вам задам. Ну, судя вот по вашему такому анализу или такой аналитической оценке нашей московской патриархии, то есть нашего епископата, скажите, есть ли среди епископов, ну, хоть кто-то, ну, скажем, хоть не одобряющий, но хоть сочувствующий вашим взглядам, вашей деятельности, ну, хоть как-то выражает свое положительное отношение лично к вам, вот то, что вы делаете, если, допустим, говорите? Если бы мы сидели где-то в камере в большой со всеми вместе епископами, они раздеты, как я, одинаково все, и знали, что это бессрочно, на Соловках, и я бы высказывался, я бы мог тогда сказать, увидел бы, а так я никого не знаю. То есть они никак не проявили там? То есть я кому посылал, никак. Говорил... Они даже получали книги, нет, там такой настрой, теряется мирное состояние духа. Ну конкретно покажи, какая страница, чем ты. Ни один не ответил, ни один за 7 лет.
Они не принимают. Почему? Потому что с Евангелия, они видят на Евангелии все, а по Евангелии Кураев был, приезжал здесь, взял книги, ну хоть полслова ответь. Ничего не ответил. Ну, почему? Да он патриархии. Он сейчас крутит, виляет везде. Его ответы смотришь, безбожник прям совсем. Раньше как-то еще можно было смотреть. То Гарри Поттер разбирает, то Матрицу. Какими вещами занимается? Он не благовестник. Я в прошлом году 108 городов посетил. Ну и что, Мартиниан посетил, и дальше что? Зою потерял. Ты еще жития святых почитай, какие были люди, сколько продели-то. Приезжает Дворкин. Наши ребята были на лекции в АГУ. Его приглашают к нам. И вопрос задали про Лапкина. Лапкин, да это псевдо. Ни разу не встречался, ни одного материала в руках не было. Это он говорит. А я его, Дворкина, все читал. Все считаю, что Кураев выпустил. Я знаю досконально. А они-то ничего не имели. Они не знают. И он такие слова говорит запросто. Был в епархии. И там вопрос это задали опять про Лапкина. И он опять та же самая отвечает. Я что могу сказать? Потому что ложь на лжи, а ложь от дьявола. Они не верят, что за каждое слово надо отвечать. А меня бы спросили, кто такой Кураев? Я бы сказал, ну, ездит человек, говорит лекции на темы совсем не евангельские. И все. Истинного обращения ни у того, ни у другого не было. Рождение свыше они даже не слышали. Они этого не понимают. Что значит получать ответ от Бога через слово его? Вообще они как будто бы, ну, новая вера, изобретение. Кто ее изобрел, теперь уже не узнаешь. Вот у меня к истинному православию, второе издание сейчас вышла книга, я там говорю, все сравнивая, что сейчас есть, с Библией приходится сказать, придумана новая религия. Православие почти не имеет обоснования на страницах Библии. И поэтому оно, я привожу слова Феофана Затворника, он говорит, одно, много, два поколения пройдет, и православие исчезнет. Если это сказано в 1861 году, а за это время ни одно, ни два поколения прошло, то вывода только два. В первую очередь, православие есть, как пишет, что храмы и монастыри строятся. Или это другое православие, не это он имел в виду, или он был лжепророк. Вот и все. Геннадий Тихонович, благодарю вас сердечно за ваше интервью. И все-таки хочу сказать, что... Но... Хоть в будущем когда-то, я надеюсь, что поколение оценит, православные люди оценят ваш труд. Я об этом не думаю. Отец, я работаю на сегодняшний день. Ну, такова история. Я всегда топчет таких людей при жизни. Меня попросили это сделать. Я думал, после смерти кто-то будет делать. А мне приходится самому сейчас это делать. Вот я подсчитал, чтобы все книги перевести, вопросы, нужно 60 дней по 7 часов с выходными вместе каждый день работать, не вылазя из-за компьютера. Поэтому мне некогда. Все, что потерял, теперь только будто... Сегодня я начал уже работать 4 часа утра. И до 10 вечера. Посчитай, сколько. А так вообще ежедневно со скольки до скольки? Вот, садитесь за компьютер и... Ну вот я прихожу, встал утром, помолился, посчитал Слово Божие. Ну уже в 5. Во сколько вы встаете утром? А? Утром во сколько вы подъем у вас? 4 часа. 4 часа. Да. Мне, отец, некогда долго-то тут заниматься. Да я понимаю. Ну, спаси вас, Христос, и укрепи вас, Господь. Спаси, Христос. По Руси заснеженной, в валенках поношенных, и в тулупе стареньком ходит Николай, ходит по дороженькам, не жалеет ноженьки. И вот ты в горюшке смело призывай, помогай, Николушка, помогай, родименький, в нашей горькой долюшке. Нашим грешным душенькам на милость преклоняй. Заступись за сирого, накорми голодного, малых наших детушек, бедных.